Теми земляками, которые проживают здесь в Калмыкии, конечно, как им живется? Вот понимаете, вот это все, это наша цель, приезд тоже заключается в том, что они очень довольны от калмыкского народа, доволен от администрации, от президента Калмыкии. Они здесь живут как у себя дома, у них никакого разницы нету. Мы уже сами второй день, третий день уже в Калмыкии. В многих местах были. Мы уже сами уже себя уже как калмыками считаем. Так что я еще раз хочу повторять, что нас всех Бог от любви создал. Мы все одинаковые, просто наши цвета разные, одежды разные, а душа все одинаковые. Мы вас очень любим. Я знаю, что калмыкский народ, наш Азербайджан, тоже любит. Вы знаете, что у нас в Азербайджане такое развивается день за днем. У вас есть информация, конечно, по телевидению, по Евровижену, которые проходят там какие-то международные фестивали, Габала, знаете. Я тоже хочу, чтобы Калмыкия развивался так, как идет развитие у нас в Баку. Надеюсь, что после выбора нашего хорошего друга, достойного сына калмыкского народа Орлова Маратовича, после выбора, после победы, конечно, будет сильный здесь подъем по сельскому хозяйству, по экономическим, по культурным деле будет фантастический период пойдет. Да. Я, уходя от Калмыцкой республики, желаю, что второй наш визит, чтобы победа Орлова, чтобы приехали с вами вместе, чтобы здесь поздравили. Спасибо, коллеги. Спасибо большое.